Никогда не пользуйтесь советами людей, которые не живут так, как мечтаете вы. Бойтесь негативщиков. Ограждайте себя от них. Уходите от них. Не давайте им шанс в вашу бочку меда капнуть каплю дегтя. Для этого не надо много. Один укус змеи убивает человека. Вот этот негативный укус, он очень многого стоит. Не давайте себя кусать негативщикам. Уходите от них. Не имейте с ними общего. Жизнь чересчур дорога и прекрасна, и ценна, чтобы тратить ее на негатив. Это жалко. Каждую секунду негатива, которую мы с вами потратили, каждую секунду негатива, это умершая жизнь, это смерть. Поэтому улыбайтесь. Несите людям добро. Радуйтесь жизни. И тогда еще очень много дней и секунд, и минут вы будете жить счастливо.